Какой чудесный замок. Он в самом деле чудесный. Скажите, а вот сказочные принцессы у вас нет? Есть. Признавайтесь, это вы? Мы, конечно, пошутили, сударь, но все равно спасибо вам за это. Нет, я не принцесса. Я простая девушка, а мой отец хозяин гостиницы. Доброе утро, господин ученый. Доброе утро, Аннунциата. Ты дрянь, ах ты лентяйка! Иди немедленно перезаряди мне пистолет! Ты же видишь, папа стреляет! Во все нужно ткнуть носом, все нужно объяснить. Убью! Иду, папочка миленький. Оп. Так, скажи, пожалуйста, Аннунциата, сколько в городском ломбарде оценщиков? Много, господин ученый. И что, все они людоеды? Ну, почти все. А почему ты не спишь? Я жду вас. У меня фонарь, чтобы вы не споткнулись в темноте. Дорогая доченька, не выходи замуж за принца. Я знаю всех принцев мира наперечет, и все они слишком большие дураки для такой маленькой страны, как наша. Ну какая несчастная девушка, сударь. Господин ученый! Что с вами? Вы живы? Ну, что же вы молчите, господин ученый? Господин ученый! Господин ученый! Как я рада вас видеть! Аннунциата! Ой, куда он побежал? Я никак не могу за ним угнаться. У него такие длинные ноги. Туда. Отец все время грозил, что он убьет вас. И поэтому я молчала. Вот тень! Вот она! Честное слово! Нет, она не может быть свидетельницей! Почему? Не может! Влюблена она в вас. Во как! Ага. Это правда, Аннунциата? Да. Правда. Простите меня за это. Спасибо. Господа, я пришел, чтобы сказать вам, прощайте, я уезжаю из вашей страны. Нет! Дай руку, Аннунциата, пойдем отсюда. Как вы себя чувствуете, Христиан Теодор? Мне больно глотать. И все-таки он победил? Извините, господа, мне завтра рано вставать. Приходит пора, раз, два. Приходит пора, раз, два. Приходит пора неизбежной развязки и сказочник к новой дороге готов. И стало быть, нам до конца нашей сказки осталось не больше, чем 10 шагов. Нам 10 шагов до конца нашей сказки, нам 9 шагов до конца нашей сказки. Нам 8 шагов до конца. 7, 6, 5, 4, 3, 2.